800 миллионов человек в мире голодают. Об этом в эксклюзивном интервью агентству «Хабар» сообщила директор представительства ФАО Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН Карла Мукави. Основными причинами голода она назвала вооруженные конфликты, последствия изменения климата, несоблюдение принципов устойчивого производства и потребления, недостаток инвестиций в сельское хозяйство. Карла Мукави отметила важность реализации основного принципа в области устойчивого развития «никто не должен остаться в стороне». По ее словам, несмотря на прогресс и предпринимаемые усилия, показатели по голоду и нехватке продовольствия по-прежнему остаются высокими. О продовольственном кризисе в отдельных регионах мира говорил и президент Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Станинского клуба. Происходит сокращение пахотных земель, уменьшается плодородие почв. По расчетам экспертов, в ближайшие 40 лет необходимо увеличить посевные площади под зерно как минимум в 2 раза. При этом важна идентификация сельского хозяйства евразийских стран, в том числе и Казахстана, как крупного производителя продовольственных товаров, отметил глава государства. Наша страна присоединилась к программе «Нулевой голод» и на деле вносит вклад в мир и безопасность на планете. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Казахстан давно установили тесные плодотворные связи. В прошлом году мы открыли наше первое представительство в Казахстане. Это на практике демонстрирует, что ваша страна присоединилась к реализации программы ООН «Нулевой голод». Эта программа означает, что мы все должны объединить действия по искоренению голода, от которого страдают более 800 миллионов человек в мире. Приветствуем тот факт, что одним из пунктов предвыборной кампании Казахстана за членство в Совет Безопасности ООН был вопрос продовольственной безопасности. И сейчас вы вносите большой вклад в содействие миру и безопасности.